Итак, мы начинаем. 40-летний Олег Лавкин, обвиняемый в похищении 12-летней школьницы, задержан правоохранителями. Беглеца нашли в соседнем регионе. Почти за 2 недели он смог добраться до Ангудайского района Республики Алтай. Сегодня Олега Лавкина, обвиняемого в похищении школьницы, вернули под конвоем в Бийск. Накануне беглеца, объявленного в федеральный розыск, опознал житель Ангудайского района. Мужчина сразу же сообщил об этом в полицию. Лавкин шел вдоль реки. Напомним, что поиски 40-летнего жителя села Малоенисейское не прекращались на протяжении 11 дней. Сотни человек, это и правоохранительные органы, сотрудники МЧС, Росгвардии, искали беглеца в лесных массивах, заброшенных домах, в общем, везде, где мог прятаться предполагаемый преступник, который похитил и удерживал в подвале ребенка. Сейчас Олег Лавкин находится под арестом. С ним работают следователи Следственного комитета. Не исключено, что задержанный может быть причастен к другим тяжким преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.